Всем привет! И сейчас я немножко вам покажу, что нужно делать первым делом, когда вам пришел товар из AliExpress. Ну, то есть, как его проверить. Не спешите сразу подтверждать получение товара. Нужно сразу товар проверить. Я немножко расскажу, на что нужно обратить внимание, особенно если это касается флешек, MP3-плееров. В последнее время, ну, китайцы умеют обмануть человека по флеш-картам. То есть, размер пишут один, а на самом деле он другой. Мне пришли вот как раз наушники недавно Sony Walkman. Сейчас мы и проверим, соответствуют ли они написанному. То есть мы уже, в принципе, видим, что я заказал наушники. Видим, он 32 гектара. Так, вот я вам поближе покажу. Видим, 32 гектара. Так, смотрим сюда. Вот есть у нас вот такая упаковка. Вот такая вот красивая упаковка. Так, ну, непосредственно они были вот такой вот коробки. Так, показываем. То есть, и в этой коробке непосредственно что... Да, кстати, вот коробка какая. Так, ну, это не важно. Так, что в коробке было? Так, был мешочек вот такой, в чем, в принципе, и лежали наушники. Там была вот такая резинка. Это наушники одеваются. Потом будет интересно, покажу, что с ней делать. И вот идет такое зарядное устройство. И он же USB кабель, чтобы подключать к компьютеру. И вот такие вот наушники. Это непосредственно Sony Walkman. Немножко я как раз вам сделаю еще плюс обзор небольшой. То есть мы видим вот клавиша, качелька, переключение. Есть вон стоп-пауза кнопка. Сбоку вот здесь находится вот эта кнопка, это выключение-включение. И качелька, тут вот есть блокировки. Но, если честно, я пока думаю, она как бы не работает. И вот есть второе ухо. Так, ну здесь, в принципе, качелька есть. Опять видим вон громкость больше-меньше. Ну, в принципе, вот такие вот они с виду. Вот, заказал золотые. Ну, вот, вроде бы похож. А, и вот, обращаем внимание. То есть, мы видим, что тут написано 32 гигабайта. Сейчас мы с вами проверим. Заодно, в принципе, я немножко покажу, кто не знает, как она ставится. Вот зарядное устройство. Ну, правда, немножко неудобно одной рукой. Ну, вот так вот мы их ставим. Ага, я даже не той стороной пихаю. Этой стороной. Вот так вот. В общем, я сейчас, наверное, поставлю на паузу, поставлю и покажу вам.